Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о типах ссылок. Всего у нас бывает два типа ссылок. До основных это тип в формате R1, SC1. Это когда row и column, то есть когда у нас цифры и колонны, да, столбцы нумеруются цифрами. Как это исправить? Мы можем это исправить, зайдя в файл параметры. Здесь выбрать формулы. Да, и, соответственно, стиль ссылок R1, S1. Если у вас Excel 2007, там нужно будет в общий зайти. Да, и это будет на главной странице. Окей. Для чего нам нужны тип ссылок R1, S1? Нам необходимо понимать, что когда у нас строка закреплена, да, выглядит это вот таким вот образом. То есть закреплена строка, закреплен столбец. Да, и, соответственно, нет закрепления. Окей. Также мы можем использовать это для поиска ошибок. Допустим, здесь мы видим наглядную ошибку. Если мы зайдем во вкладку «Формулы», «Показать формулы», да, соответственно, сразу будет видна ошибка. Вот. Ну и, соответственно, если вы программируете, да, вам проще видеть порядковый номер столбца, в котором столбце он находится, и не переводить его из буквы, да, соответственно, в строку. На этом короткая пояснялка подошла к концу. Спасибо. Пока.